Проснулись, потянулись, улыбнулись. Для Елены Ефановой каждое утро как праздник. И зарядку успевает сделать, и кофе не спеша сварить. Ни свет, ни заря девушка встает легко. Она из тех, кого называют жаворонками. Намного больше, больше энергии, прилив сил по утрам. Чувствую себя намного бодрее. Я встаю рано, независимо, выходной день это либо будний. И если пик суточной активности у Елены приходится на утро, то для многих такой режим дня – настоящее испытание. Раньше полудня Эмиль Бахшиш с подушкой не расстается. Днем чувствует себя вялым и уставшим. Зато ночью парень готов горы сворачивать. Таким помнит себя еще с детства. Вечером я сама энергия. Вечером я могу делать что угодно. Вечером я могу работать. Вечером я могу играть. Вечером я могу какие-то мысли свои структурировать. Вечером я могу творить. И это все продолжается до 2 часов ночи. Такую разницу можно объяснить принадлежностью человека к конкретному хронотипу, биологическим часам в организме. Они заложены на генетическом уровне и не зависят от желаний и интересов. А еще, кроме сов и жаворонков, существуют голуби, промежуточный хронотип. Его представители проявляют активность днем, ложатся спать раньше сов, встают позже жаворонков, легко меняют свое расписание и легко подстраиваются под новый режим дня. Определив свою принадлежность к тому или иному типу, каждый сможет использовать ресурсы своего организма наиболее эффективно. В идеале, конечно, отказаться от всевозможных раздражителей и стимуляторов, которые происходят. Наши будильники, режим, привычный распорядок дня, уйти в лес, уйти в какую-то такую атмосферу, где можно будет, просто почувствовав себя, прилечь поспать, почувствовав себя, пойти покушать. И то, что я хочу покушать. Этот опыт, он очень полезен. Но прислушаться к организму есть возможность не у всех. Кто-то вынужден вести неудобный для себя образ жизни в силу специфики профессии. Особенно важно соблюдать режим труда и отдыха, рационального питания и вести себя так, чтобы можно было посвятить и какое-то время физической нагрузке для того, чтобы держать себя в достаточной физической форме. Тогда он начинает привыкать к этому режиму, и этот режим помогает ему справляться с любыми жизненными трудностями. И, конечно, отказаться от вредных привычек. Организму нужно давать отдыхать, ведь иммунитет и состояние душевного здоровья зависит не только от количества сна, а и от его качества. Наталья Жатько, Алексей Семенов. Утро нового дня.